Хоп-хоп. Хоп. Хоп-хоп-хоп. Молодец. Только аккуратно не упади в подоконник, да? Аккуратно. Добрый вечер. Сейчас проводим видео в спортзале. Посмотрите, как они занимаются. Алмаз, можно заниматься вместе. Пойдем с нами занимайся. Смотри, как тоже детишки, ребятишки все. Смотри, сейчас начнем подвигнуть сначала. Носочек по кругу. По кругу на носочек. На носочек. Прям тянемся повыше. Ручки тянем. Вверх. Вперед. Внимательно смотри на назад. Дядь Сережа, внимательно смотри. Стороны. Теперь на пяточках. Так же ручки тянем. Вверх. Тянем, Леш, прям всему вверх. Надо потянуться. Не обманывай меня, себя не обманывай. В стороны тянется, как будто ты руками вырастаешь. Так, тянем вверх. В стороны. Держим одинаковое расстояние. Друг другу не жмемся. Держим одинаковое расстояние. Должна быть красивая постановка. Поменяли ножки, теперь правая на пяточке, а левая на носочке. Ручки также в стороны тянем. Тянем, мы растем. Хорошо. На внешней стороне стопы. Ножки округлили? На внешней стороне стопы. Ножки округлили? Как мишки ходят? Как мишки, да. Леша, ты быстрее, видишь, к тебе прижимаются. Ксюша, ты держи расстояние одинаковое. На внутренней стороне стопы. Теперь ножки крестиком. Внутренние. Ксения, ровно, смотрите как. На внутренней, вот так, колечко. Касаетесь, да? Хорошо. Теперь левая нога на внешнюю, а правая на внутреннюю. Левая нога на внешней, а правая на внутренней, ручками также. Теперь правая на внутренней, на внешней, а левая на внутренней. Хорошо. Теперь пошли на коленочки. Так, ручки тянем так же. Вокруг своей оси. Можно одну ручку на голову, одну за спину. Как движение? Мозг у нас должен Как мишка, как обезьянка.
Окунь. Окунь, Леха, двигаемся. Окунь, бог. А что у тебя лицо недовольное, Алексей? Не за счет. Так, довольно, а Распалим ваш терраса, можешь снять, если у тебя колено Давай, двигаемся, не сказал им постоять. Да, двигаемся, переходим на движение. Вот так, а нет. Соберем все силы, воедем на кулак. Поскорим пространство и рассеем мрак. Повыше. Молодцы. И умницы. Подъем. Начинаем. Какие действия? Ручки подняли вверх. Зацепились большими пальчиками. Да. И тянем в сторону. Как вы все пытаетесь растянуть. Разъедините силы. Чтобы ты замок снял, разорвал замок пальчиком. Выпрями. Ровненько встань. Ровно вытяни осанку. Молодцы. Так, смотрите. Нет, ну как надо. Теперь не тяни. Даже примерно ладошками до пола касаемся. В этот момент тоже тяни. Поднимаем вверх. Теперь мы делаем шаг. Раз. Подняли. Другой шаг. Немного тянем ноги. Тянем ноги. Чик. Так, чтобы не влезали в лицо. Давайте вниз. Теперь следующее. Когда делаем ручки вверх, делаем вдох. Никто не сказал, когда мы делаем вдох, а когда ручку представляем вверх, делаем вверх. Руки в локтях не сбиваются. Вот посмотрите на меня внимание. Леша, посмотрите. Я просто смотрю на руки, да? Смотрите на руки, на плечи. Обратите руки, я просто смотрю на руки. Я ничего не делаю движения, они просто ходят вверх. А теперь я их разъединяю в сторону, пытаюсь разорвать. Что происходит с мышцами? Видно становится? А так не видно, да? Вот не надо, чтобы мы включали мышцы по телу. Раз, натяжение было. Натяжение. Ручку подними. Пальцами зацепи. Растягивай. Растягивай. Вот так сильно проходили. Наклоны, когда делаешь, тоже растягиваешь. И когда двигаешься, очень красиво. Ножку поставила. Раз, заткнула. Да. Поехала двигать, я залежу. Давай. Так, тяни. Расслабь. Тяни. Молодец. Сильная, да, сильная. Потом еще сильная. Ножки не тянули. Прям на ноги так же жить пошли. Ты сам легкий понимаешь, как я позвоню. Первый смысл поставь. Я. Да. Так же ручки разводишь. Молодец. Молодец. Теперь поднимаешь вдох. Наверх. Ножки вдох. Вниз. Вниз. Надо сделать пресс обман. Давайте 50 раз. По 25 раз на каждую ножку. Ну сколько вы сейчас, допустим, вы уже сделали 10. Давайте еще 40. Считаю, да, 10. Я буду считать 7. Может, кто-то прощается?
старым, карманом есть, а с старым, головой. Пробуй дорогу даже коснуться. Конечно. Да. Стукнули. Ну, у меня получает. Оп, под музыку. Дай музыку. Поднимаем изнутри,
а вращаемся просто наружу. Изнутри наружу. Поднимаешь вот так, можешь отбить. Поднимай, конечно. Смотри на меня внимательно. На ножки стоят, у меня колено направлено правое колено направлено влево. Да. Твоя правая колено направлена в меня. Теперь ты делаешь изнутри наружу. Да. Только надо отмерить шире. Да. Другой колено покажешь. Да, внизу. Другой колено покажешь. Ну, ладошка она открывает. Хорошо. Не обязательно по кругу.
Ножки выше. Ручки красиво делали. Красиво. Смотрите, какой интересный. Если вам это кто-то делает, вам будет другой. Смотрите, какая штука. Я когда ножки не так делаю, раз, ножки вперед. На пятый, мы все на пятый отходили. Два, левая ножка вперед, на пятый. Да. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А как нам вперед пройти из этого положения? Как пройти вперед? Через шаг и под шаг, смотрите. Раз, я делаю шаг вот этой ногой. Да? Теперь смотри на другую руку, на заднюю, на левую. Нет, я ей шагну. Смотрите внимательно. Правая, левая, правая. Смотри.